22 марта, 14 год, Харьков. Сколько лет здесь ездил, ни разу не обращал внимания, что здесь есть такие вот персонажи. Они здесь, судя по виду, не первый год. Этому явно не здоровится. Красота. Надо же, притаились. Какие казаки? Вот эти, что в тель... Да не, ну живые ж пока казаки, чё. Я вот смотрю, там кипель какой классный. Даже не обратил на него внимания. Прямо аутентичный. Тут мало что осталось. ОТК. ОТК. В нужном месте надпись ОТК. Ну, там где надо, там и проверяют. Голова вещь не самая необходимая в нашей жизни. Что надо, то проверили. Ну, а вон там еще... И там еще казак. Ну, красота. И творческий подход. А кто это сделал все? Нарисовал, собрал? Я понял. Ну, красиво. Я сколько лет здесь ездил, я тут сейчас просто взгляд бросил в сторону и увидел, что... А елка как выросла, была маленькая. Ну, не видел. Это ничего, просто не обращал внимания. Едешь же по трассе и не смотришь. А чуть в сторонку глянул, и красота такая. Молодцы.